Всем привет, друзья, с вами Злой Палач, и сегодня мы будем делать квест на питомца, а именно на волка. Для этого нам нужно телепортнуться в Глудин и поговорить с пэт-менеджером Мартин, взять у него квест. Вот берем у него квест, далее нас направляет убивать вот этих дарк-хорроров в Dark Elven Forest'е. Кстати, для каждой расы нужно в своем, в своей начальной локации убивать вот этих монстров. Например, вот для людей это нужно в Tolkien Island ехать убивать там Giant Spider, Talon Spider, Blade Spider. Для светлых эльфов это тоже нужно в их стартовую локацию ехать и там убивать Crimson Spider и Pincer Spider. Для темных эльфов, вот сейчас мы увидим, куда нужно телепортнуться, ну и так далее. Для орков тоже есть тоже свою стартовую локацию. Кому будет интересней для какой-то отдельной расы, вы напишите мне в комментарии, я сниму под это видео. Бежим к гейткиперу и телепортируемся в деревню темных эльфов. Оттуда нам нужно будет телепортнуться в Свамплунд. Теперь с деревни темных эльфов телепортируемся в Свампланд. В Свампланде ищем вот этих вот призраков нам нужно. Их нужно убить 50 штук. Ну, пока в инвентаре у нас здесь не появится 50 квестовых айтемов. Я сейчас вам все покажу. Вот, убиваем вот этих призраков, нужно выбить аж 50 вот этих квестовых айтемов, Bloody Nail. Падает, кстати, со 2-3 моба ориентировочно. Но я нахожусь сейчас на сервере X5R Elmore Lab C5. Возможно, на других хрониках оно падает из каждого моба, это неизвестно. Ну, здесь вот так. Находятся они, вот видите, на карте в округе Свампланда, вот на этих болотах. Ищите здесь этих призраков, убиваете. Ну и я вернусь уже, когда насобираю вот этих 50 нужно, вот этих Bloody Nail. Это, еще раз повторюсь, это только на темного эльфа. У каждой расы будет, ну, немного другой квестовый айтем, но плюс-минус они похожи, и тоже нужно 50 штук. Ладно, встретимся, когда выбью 50 штук. Выбил я, кстати, вот уже 50 вот этих Blood Nail'ов. Кстати, потом начало давать и с первого, и со второго моба, оно как-то потом легче пошло. Квест, кстати, берется с 15 уровня, кто бы я забыл сказать, может кто-то не знает в начале ролика. Берем Scroll of Escape, он же Soe, и возвращаемся в деревню темных эльфов. В деревне темных эльфов бежим к гейткиперу и телепортируемся назад в Глудин. Но для этого нам нужно сначала поехать в Глудио, а потом в Глудин, потому как нету прямого телепорта. Теперь телепортируемся в Глудин. В Глудине бежим обратно к этому Мартину, у которого брали квест. Разговариваем с этим Мартином по квесту. И он нас теперь отправляет в Глудио. Нам нужно поговорить с гейткипером. Отправляемся в Глудио. Телепортируемся в Глудио. В Глудио разговариваем с гейткипером Белла. Теперь телепортируемся в Дион. Там нужно поговорить будет с Гвардом. В Дионе разговариваем с вот этим Гвардом Мэтти. После него бежим назад к гейткиперу. У гейткипера отправляемся в Геран. В Геране находим Джеверли Шоп, она же ювелирная лавка, и разговариваем с Элли. Теперь бежим к гейткиперу и телепортируемся назад в Глудин к Мартину. Говорим с гейткипером и летим сначала опять в Глудио, потому как нету телепорта в Глудин.
Из Глудио уже летим в Глудио. Теперь бежим к этому Мартину с питомцами. Разговариваем теперь с Мартином. И тут нужно проходить тест. Видите, здесь нужно отвечать на вопросы. Я ответы на вопросы оставлю под видео. Если дать неправильный ответ на один вопрос, заставит снова пройтись по всем этим NPC, что мы ездили там в Дионе, в Геране, в Глудио. Так что будьте внимательны, отвечаем правильно, чтобы с первого раза получить этот ошейник волка. Успешно я ответил на все вот эти его вопросы, и мне выдало в конце вот этот ошейник. Так что поздравляю. Смотрите внимательно, читайте вопросы, и у вас также получится получить своего питомца волка. Всем, кому было интересно, подписывайся на канал, поставь лайк, прокомментируй. Если хотите, чтобы я сделал, например, для людей этот квест, или для орков, или для какой-то другой расы, напишите в комментарии, обязательно сделаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.